Ранее судимы? Да. По какой статье? 158-я третья. Условно? Да. За что задержаны, знаете? Да. Поясните, пожалуйста. Ну, задержана сотрудниками транспортной полиции в связи с тем, что... Позвонила экстренный вызов, сказала, что на поезде бомба. 27-го рано утром, это вы позвонили? Да. А заминирование от станции Новосибирск главной до станции до города Екатеринбурга? Ну, направление поезда о минировании вы сообщили от станции главной в сторону до города Екатеринбурга. 27-го рано утром ваш звонок был. Вы лично позвонили. С какой целью? Не хотела, чтобы парень еще. То есть вы совершили данное правонарушение необдуманно с целью остановить молодого человека? Да. О том, что за это уголовная ответственность предусмотрена? Слышала. То есть вы знали о том, что за такое деяние вас могут судить? В данный момент осознаете, что совершили? Осознаю. Телефон, с которого вы звонили, на кого зарегистрирован? Неизвестно. Откуда вы получили данную сим-карту? Вы приобретали ее лично или получили от кого-то? Знакомый, да. То есть вы пользуетесь телефоном как долго? Это не мой телефон, это подруги телефон. Подруги телефон. То есть вы со своего телефона не звонили? Нет. На кого зарегистрирована сим-карта, не знаете? Нет. Происхождение данного телефона тоже не знаете? Вину свою признаете? Признаю. Содеянным раскаиваетесь?